Делегацию киношока встречали казачки и казаки в народных костюмах. Хлебосольные станичники угостили артистов по традиции кубанским караваем. На сцене Дома культуры участники кинофестиваля устроили настоящий праздничный концерт. В станицу Гастагаевскую приехали известные актеры, режиссеры, деятели кино. Ведущий Роберт Манукян представил именитых гостей. Бориса Щербакова, Тамару Семину, Людмилу Зайцеву, Екатерину Рождественскую, Лянку Грыву, Светлану Суховей, Ольгу Лапшину, Аллу Будницкую, Александру Афанасьеву Шевчук, продюсера фестиваля Владимира Игнатьева и многих других артистов. Собравшихся со сцены приветствовали заместитель главы Анапы Людмила Мурашова, глава Гастагаевского сельского округа Николай Баюр и вице-президент «Мама фестиваля» Ирина Шевчук. Когда говорят, что гастагаевские встречи будут там какой-то день, мое сердце бьется, я знаю, что мы приедем сюда, и я говорю всем вновь прибывшим на фестиваль, которые никогда здесь не бывали, что вот туда-то нужно поехать. Можно пропустить просмотр какого-нибудь фильма, но пропустить гастагаевские встречи нельзя. Потому что мы знаем, что вы нас ждете, любите. И это взаимно. Артисты сказали много теплых слов жителям станицы. Ольга Лапшина спела русскую народную песню, а Александр Цуркан исполнил всеми любимую композицию Булата Акуджавы. Основные гуляния развернулись в станичном парке. Сельские округа Анапы представили свои традиции. Особенно весело было в Куренега Кодзорского сельского округа. Звезды кино здесь танцевали национальные армянские танцы, угощались долмой. Песни, пляски и тосты доносились с каждого подворья. Шикарно, прекрасно, празднично, радужно. Как родной прием. И очень хорошо, потому что мы их любим еще больше, наверное, чем они нас. Чистым сердцем со всеми. С каждым годом гостеприимней и гостеприимней станица Гастагаевская. Я ее обожаю, потому что такого гостеприимства я не встречал нигде. Хотя я очень много езжу и по миру, и по России. Такого гостеприимства нигде, нет нигде, уверяю вас. Только в станице Гастагаевской. Станичники фотографировались с артистами, брали автографы. Для всех гостей работала главная сцена, на которой выступали творческие коллективы города и сельских округов.